Я задам тебе вопрос. Ты мечтаешь о чем-нибудь? Если да, этот фильм для тебя. Итак, мечтаешь ли ты о чем-нибудь? Ты хочешь, чтобы это появилось в твоей жизни? И желательно как можно быстрее? Дай я угадаю. Ты мечтаешь о новой машине? Или квартире? Возможно, ты хочешь создать семью? Но давай на чистоту. Как давно ты об этом мечтаешь? Год? Пять? Всю свою жизнь? А мечта все не сбывается. Но почему? Ведь ты талантлив, умен. Уж поумнее некоторых. Наверняка есть какие-то обстоятельства или люди, которые мешают реализации твоих «хочу». Ведь все вокруг виноваты, правильно? Нам нужно будет выйти за рамки. Сопротивляйся, чего ты не сопротивляешься, да? Мы сфокусированы на прошлом, но мы не создаем ничего. Вы считываете контекст. Можно смотреть на страх как на причину и оправдание в том, что ты чего-то не делаешь. Хотите, я вам открою один маленький тренерский секрет? Жизни нет гарантии. Меня зовут Владимир Герасичев. 20 лет я помогаю разным людям воплощать мечты в жизнь. Думаешь, ты не сможешь? Я покажу несколько простых приемов, с помощью которых ты начнешь делать шаги навстречу своей цели. Научишься воплощать в жизнь то, что для тебя важно. Так может каждый. Ты убедишься в этом, увидев героев этого фильма. У тебя есть реальная возможность начать исполнять свои желания. Воспользуешься ты ей или нет, тебе решать. А теперь представь, ты сидишь у телевизора. Нет, не сидишь, ты лежишь, потому что сесть ты не можешь. У тебя нет ни рук, ни ног. И это не страшный сон, это реальность. Руки и ноги у тебя никогда не появятся, и ты это прекрасно знаешь. Ты захотел есть, ты не можешь ничего приготовить. Заказать еду по телефону, чем ты будешь держать трубку и нажимать на кнопки. Даже выпить стакан воды для тебя проблема. Что ты будешь делать в таких обстоятельствах? Думать о счастье? Нет. Ты будешь злиться на весь мир и всех обвинять. Я могу точно сказать, что это случилось в возрасте примерно 5-6 лет. Надо мной стали насмехаться, задирать, обижать. Понимаете, почему это случилось со мной? Кого винить? Врачей нет. Родителей нет. Винить Бога. Я так и делал, да, я даже обвинял Бога. А ответов не было. И мне было очень одиноко. В возрасте 10 лет я попытался совершить самоубийство. Я представил своих родителей и брата, рыдающих над моей могилой. И только эта мысль и спасла меня. Я не хочу, чтобы они жили с этой болью. Поэтому я решил остаться. Вот это моя нога. Если бы у меня ее не было, я бы был совсем обездвижен. Для меня это очень много. Для меня это и руки, и ноги в одном. Для вас это все. Вы называете ее куриным крылышком. Куриной ляжкой. Я использую юмор для тех, кто видит меня впервые, чтобы сломать лед. Понимаете, я обожаю делать то, что могут делать все остальные. Я многое умею делать с помощью ноги. Сейчас я могу печатать полных 3 слова в минуту с ее помощью. Я хожу, гуляю, ловлю рыбу, купаюсь. В 13 лет я однажды рыбачил и поймал столько рыбы, что ночью не мог заснуть. Это было круто. Еще я был счастлив, когда в начальной школе меня выбрали президентом школы. В тот момент я гордился. Я чувствовал, что могу что-то сделать в жизни.
Мне по силам не сдаться. Ник Вуйчич закончил и школу, и университет. Сейчас он известен во всем мире. Он колесит с тренингами по странам и континентам, участвует в телешоу и даже пишет книги. Но согласитесь, далеко не все люди с руками и ногами столь востребованы и успешны. Дамы и господи, Ник Вуйчич! Добрый вечер. Хвала пуно. Волим те пуно. Я любим те вас. Любим вас. Я думаю, что самая важная вещь в моей жизни – это любовь. Любовь. Любовь и семья. Я хочу семью, иметь много денег и тратить их разумно или неразумно. Я хотел бы быть финансово независимым. Конечно, мне нравится зарабатывать деньги. То есть деньги нужны и важны, но я что-то все время выдумывал, у меня что-то внутри там рождалось, и хотелось это воплотить. Вот семья у нас была такая небогатая, совсем бедная. Мечтал все время я, мне мама так и не купила велосипед, мечтал я о велосипеде. Скандалы у нас были, что мама мне покупала в комиссионных какие-то пальтишки старенькие. Вот, и меня приходилось носить их. Я с женой своей разговаривал, он говорит, а мне мама все время покупала хорошие, хотя жили они небогато тоже. Учился слабенько, спортом я сильно не занимался, был там тоже слабак. Вот, я был троечником. А там, знаете, как обычно, если троечник, то ты уже там, так уже остался, у тебя клеймо поставлено. И когда пошел в училище кулинарное, вот тогда у меня началась новая жизнь. Я когда учился в кулинарном училище, я приходил, показывал потом, показывал, как надо потом резать овощи после того, как проходили обучение. В какой-то момент пришла идея, она не могла не прийти, да? Почему бы мне не открыть свой ресторан? Это была несбыточная мечта. Был 91-92 год. Я делал ресторан рыбный, потому что тогда вообще не было рыбных ресторанов. Я его позиционировал как дорогой ресторан, а дорогих ресторанов тогда не было. Я даже не мог фужеры купить. Мы их тогда пытались купить, но мы их бартером как-то меняли. Когда приехал покупать фужеры, нам сказали, привезите вагон патроны для лампочек. А мы говорим, где же мы возьмем? Внутри тоже сливочный крем и внизу тонкий корж песочный. Бог кулинарии, Элен. Видите, хлеб пекут. Тортики, здрасте. Смотрите, какие красавицы, заснимите. Смотрите. Улыбайтесь. Как видите? Здрасте всем. Ощущение, как будто мы не работаем. Смотрите, какой порядок, а? Вот на кухне, если порядок, значит вкусно. Сегодня империя Новикова – это более 50 ресторанов. В них бывают президенты и короли. И это у того мальчишки, который рос на рабочей окраине Москвы без связей, денег и каких-либо гарантий. У меня возникает идея. Причем сразу. Практически всегда идей этих много. Я сразу понимаю, что вот так, здесь должна быть кухня, здесь должен быть зал, зал должен быть такой. И уже у меня сразу как бы рождается картинка, и я это вижу. Вот, смотрите, знаете, красиво, а? Там просто круто. Я даже не пытаюсь мечтать. Мечта – это такая вещь, которая, возможно, может и не сбыться никогда. А цель – это, вот, мне кажется, вот такая мужская история, когда ты ставишь перед собой цель, и ты должен достичь и добиться.
Сегодня у него есть все. И даже вилла стоимостью в несколько десятков миллионов долларов. А когда-то была только мечта. А чем ты отличался в детстве от Аркадия? Может быть, ты рос в полной семье, и у тебя были мама и папа? Может быть, тебе покупали новые вещи, или ты учился в престижном институте? А если твоя история похожа на его, то тогда у вас и вовсе были равные возможности. Вопрос, почему тогда ты не добился того же? Раньше как было? Ты говоришь, я хочу машинку. Угу. Когда ты маленький был, помнишь? И машинка что? Появлялась. Иногда появлялась. Она появлялась, Сергей, из ниоткуда. Ну, бывало. То есть раньше что нужно было для того, чтобы желания осуществлялись, Сергей? Хочу-хочу попросить. Хочу-хочу попросить. Можно было как-то поманипулировать? Можно Например, было? Поплакать можно было, да. Там, подергать маму за платье, не знаю. Да, и все, и все. Подойти к папе после зарплаты, я просто плохо помню. Наверное, так. И машинка появлялась. Не получалось. Но теперь как-то, Сергей, глупо будет, если ты вдруг позвонишь папе, тем более, что у вас отношения хорошие, и ты скажешь: пап, я хотел бы вот гармоничных отношений с девушкой. Точно. И тудопа, он говорит: слушай, ну твое дело, давай сам. Давай сам. Пять важных вещей, о которых я мечтаю. Первое, я хотел бы жить настолько долго, чтобы выполнить все, для чего я был сюда послан. Моя вторая мечта – сделать так, чтобы мои дети были успешными. Дать им хорошее образование. Быть большой звездой Бродвея – это три. Четвертое – много секса. Пять. Я хочу получить степень магистра в области управления бизнесом и... Я не знаю пять, я знаю четыре. Если вы когда-нибудь о чем-нибудь мечтали, то вы должны эту мечту реализовать. И как только вы отказываетесь от этой мечты, то в следующий раз, когда вы захотите о чем-то опять помечтать, то вам никто не поможет. Представь, успешная женщина удачно вышла замуж. Муж – состоятельный бизнесмен. Дети. Казалось бы, жизнь удалась. Сиди дома, ходи по салонам красоты и фитнес-клубам. Ну, нет проблем. Но она решает начать свое собственное дело. Причем не просто открыть бутик или салон красоты на деньги мужа. Она создает телеканал. Она совсем не знала ни с чего начать, ни чем закончить. Ведь она никогда не была связана с телевидением. Она понятия не имела, как работают все эти железки. По закону жанра дело должно было провалиться, даже не начавшись. Это все лежало на бумаге, и телеканал был построен. Случается кризис, банкротство практически мужа, ну и плюс я еще беременна. И вот в этот момент, значит, я понимаю, что все, значит, куда двигаться? Комплект. Ну, полный набор, да? А так как все время страшно, то внутренний голос говорит: ну вот у тебя появился повод нормальный, да, соскочить с этого. Но это правда так. И у меня начинается невероятная депрессия. Ну, то есть вот у меня такого состояния не было никогда. Вот, и в какой-то один из дней, это вот как прям можно в кино показывать. Я беру одну книжку, вторую книжку, знаешь, там все кидаю, ничего мне не нравится, я говорю, читать ничего не хочу. И почему-то я открываю книжку, я читаю первые три страницы, а там, значит, главный месседж в этих трех страницах, что когда есть мечта, то все силы Вселенной, они вам помогают. Да, вот это такая главная как бы метафора вот этих там трех страниц. Ну, по сути, это есть как бы логика твоей жизни. Ты понимаешь, да, и я поняла, что я же всегда так жила. И я думаю, ну я же мечтала про телеканал, я уже все увидела. Я видела свой офис, свой кабинет, людей, я видела атмосферу канала. И вдруг я от этого отказалась. И вот когда мне стало это понятно, я вот положила там книжку, у меня в этот момент просто прям вот выросли крылья. Я сказала: все, я все поняла, завтра мы начинаем продолжать делать телеканал. И я просыпаюсь в 7 утра, знаешь, как влюбленная просыпается, когда вот... И вот я просыпаюсь в 7 утра, в этом состоянии счастья, я звоню своим всем девчонкам, говорю: так, девочки, через час на работу. И вот мы встретились, я сказала: ничего не боимся, идем дальше. К нам пришел президент. И мы очень довольны. Спасибо большое. Смотрите, канал весь вообще задуман был как совершенно какая-то новая технологическая какая-то штука, которая... Вот. Вот, вот девчонки у нас. Хочется, значит, это... А чего они делают? Вот, это ресепшн. Значит, здесь, собственно, здесь встречают гостей, здесь приходят люди, собственно, здесь наш эфир. Thank you.
Наталья Синдеева и Аркадий Новиков воплотили свои мечты. Так почему же твои не сбываются? Задумайся. Ведь мечта – это только мысль и не более того. Например, ты мечтаешь бросить курить, но не делаешь этого. Я утверждаю, что это для тебя не важно. Откуда я это знаю? Глядя на твой результат, ты продолжаешь курить. Значит, что-то другое для тебя важнее. Или ты не зарабатываешь много денег, и это для тебя не важно. Откуда я это знаю? Ты занят чем-то другим. Ну что ж, продолжай думать о деньгах. Это тоже неплохой результат. Сейчас я нарисую тебе шкалу, так называемую шкалу приоритетов. Разделю ее пополам. Верхняя часть шкалы приоритетов – это то, что для тебя важно, то есть то, что ты реально делаешь. Например, ходишь на работу, выплачиваешь кредит или уже имеешь как результат. Машина, на которой ты ездишь, отношения, которые ты построил. А нижняя часть шкалы – это то, чего ты хочешь. Поехать путешествовать, построить дом, родить ребенка. Предположим, ты говоришь: «Я хотел бы ходить в бассейн», но никуда не идешь. Ты выбираешь что-то другое – телевизор, бутерброд, но не бассейн. Приоритетно для тебя только то, что ты делаешь. Нарисуй такую шкалу. Заметь, что твои «хочу» не совпадают с твоими «делаю». Они пока просто находятся на разных полюсах. Но, несомненно, ты можешь расставить приоритеты по-другому. Ты можешь начать действовать, исходя из того, что раньше ты только хотел. Просто будь честен с самим собой и признай, что на самом деле для тебя важно. Знаете, я мечтал стать оратором, но из меня был плохой оратор. Меня никто никуда не приглашал. У меня на пути было очень много препятствий. Высокие препятствия? Вы ведь даже не можете держать микрофон. Да, я даже не мог никуда приехать, чтобы получить ангажемент. С чего начать? Я не был лично знаком ни с одним оратором. Мне было куда стремиться. Я думаю, что некоторые люди рождаются более удачливыми, с большими возможностями. Для них многое проще в силу обстоятельств. Я думаю, что нужно быть мотивированным, надо быть убежденным и иногда тратить себя и ставить цели в достижении важного и добиваться этого. Иногда надо уметь принять решение. Екатерина, мне 31 год. Я как гончая, знаете, я сама себя загоняю. Так, вот она цель, я к ней иду, а потом придя к ней, думаю, а что я от привести? Нее хотела? Из последних важных я поступила в ИНЯС. У меня нет времени ни на ребенка, слишком много работы. Просто у меня уже третье высшее образование. Для чего ты их получаешь? Для того, чтобы реализоваться в жизни, а как? Ты первое как-то используешь свое высшее образование? Первое нет. Второе? Использовала в своей работе. Да. Сейчас нет? Сейчас совсем в другой области. Сейчас в другой области работаешь, правильно. Получи третье. Третье как ты планируешь использовать? Вот у меня есть цель быть успешной в своей карьере. Да? Вот сейчас... У тебя нет такой цели, Катя? Да. У тебя нет такой цели. У тебя есть цель быть неопределившейся, напуганной, закрытой, правильной, одинокой, несчастной женщиной, которая избегает какой-либо определенности. Вот это твоя цель, я смотрю на результат, и это то, что для тебя важно. Все. И чем раньше ты это признаешь, тем лучше. Вы писали, что бесполезно думать «хочу ноги», «хочу руки», но многие могут думать так о другом. «Хочу машину», «хочу любимого человека», «хочу что-то еще», но потом ничего не делают для достижения этого, ищут оправдания и обвиняют других. Верно. А у вас отсутствует нечто такое, что может считаться очень важным для жизни, но тем не менее вы счастливы таким, какой вы есть. Вы правы. Я скажу даже больше. Если вы купите машину, если вы женитесь, сам брак не сделает вас счастливым. Спросите любого. После свадьбы жизнь становится раем. Понимаете? 50% людей на Земле разведены. Так что понятно, что не все так просто. Ну а получив машину, деньги, и что, все?
А если ты потеряешь любимого человека, тогда уж ты точно не будешь счастлив. Если опасаешься, что твоя мать может умереть от рака или чего-то подобного, деньгами ничего не поправишь и не вылечишь. Деньги далеко не все. Можно построить дом и забыть сделать его родным. У меня замечательный просто это самый сад, я его там с ним занимаюсь и так далее. У меня библиотек, 7 библиотек в доме и так далее. То есть все то, что я мечтал, я постарался в своей жизни воплотить. Это удивительно работает вещь. Вспомнить, о чем ты мечтал в детстве. Ты же мечтал и начал что-то делать для этого? Да, не просто обязательно. Но я не просто начал делать, это же не был труд. Это было просто упоение, упоение преодоления, упоение упертости, упоение вопреки всему и так далее. А дальше начинается целеустремленность, упертость, я не знаю, как это назвать, просто нужно встать, упереться лбом в стенку и стоять 2 года, пока она не лопнет. То есть нужно верить в то, что ты это самое, то, что ты хочешь, это самое, нужно верить, что ты это можешь. С неба это ничего там не свалилось. Приходилось очень много пахать изо дня в день, по 8, по 9 часов на льду. Есть, например, спортсмены, которым какие-то прыжки, ну я говорю про фигурное катание, да, дается очень просто. То есть я мог долбить один прыжок там год, да, это, например, 3,5 оборота аксель. Я учил его там 3 года, не мог сделать. Евгений Плющенко – известный российский фигурист, 3-кратный чемпион мира и 6-кратный чемпион Европы в мужском одиночном катании, олимпийский чемпион и 2-кратный олимпийский серебряный призер. Он впервые в истории мирового фигурного катания показал вот такой уникальный каскад прыжков. Эти прыжки до сих пор считаются самыми сложными в мире. Он достиг этого не потому, что он этого хотел, а потому что делал каждый день по многу раз. И гарантии успеха у него не было. Я фигурное катание бросал очень много раз. Ну, вот. Из-за того, что не было финансов, не было там, возможности, да, продолжать карьеру. Вот. Но мы с родителями, как говорится, преодолевали эти все сложности, трудности и шли к нашей заветной мечте, к нашей цели. Выходя на тренировку, я всегда ставил задачу обязательно выполнить сегодня там, этот элемент или этот элемент. Обязательно это стояла цель. А, естественно, я мечтал там стать олимпийским чемпионом. И к этому я тоже пришел. Нас с детства учили бороться абсолютно за все. За любовь, за друзей, за место под солнцем. И мы боремся со всем, что считаем неприемлемым. Мы напираем изо всех сил, думая, что именно так и надо. Мы сопротивляемся, пыхтим, рвемся к чему-то. Но ведь до своей цели можно дойти
не тратя так много сил. Мы ведь знаем, что сила действия равна силе противодействия. Этот закон был придуман еще в 18 веке, третий закон Ньютона. И он проявляется абсолютно во всем. Представь, ты едешь в общественном транспорте в час пик. И тут кто-то тебя толкает. Тогда что ты делаешь в ответ? Сопротивляешься. Тот снова давит. Ты давишь сильнее. Тебе не уступает. Что можно сделать? Просто подвинуться. И тогда давить будет не на кого. Ты скажешь, что если ты перестал давить, ты слабак? Но это не так. Это не слабость. Это скорее проявление силы. Ты перестал сопротивляться и решил проблему. На тебя никто не давит. Силен тот, кто добивается своей цели. Или еще один пример. Что, по-твоему, ты делаешь, когда ты болеешь? Тоже сопротивляешься. Ты грустишь, накручиваешь себя и окружающих, злишься. А это только усугубляет болезнь. Так откуда же берется сопротивление? Сопротивление появляется в тот момент, когда твои ожидания не совпадают с реальностью. Мы ждем одного, а происходит совсем другое. Сразу возникает привычная реакция. Злость, обида, а как следствие стресс, агрессия и даже депрессия. Заметь, что для тебя важнее – оставаться в этом или начать двигаться к своей цели. Выбор за тобой. Люди спрашивают: «Ник, как такое возможно, что вы счастливы? Как вы можете улыбаться?» Ну, я не каждое утро просыпаюсь с широкой улыбкой на лице. Но я знаю, что сегодняшний день – это сегодняшний день. Он никогда не повторится. Вчерашний день не вернешь, завтрашний управлять ты не можешь. Мы не знали, пытаются ли нас найти. И когда мы чувствовали бессилие от того, что не могли сообщить никому, что мы живы, это было для нас самым ужасным. Это как смерть, о которой объявляют заранее, и ничего невозможно сделать. 5 августа 2010 года в Чили на шахте Сан-Хосе произошла авария – обвал породы. Под землей оказались замурованы 33 человека. Ты шахтер. Очередная рабочая смена. Вдруг грохот, темнота, неуверенные голоса коллег. Вы живы, 33 человека, но заперты под землей. Ты не знаешь, что произойдет в следующую секунду. В голову лезут только плохие мысли. А время идет очень медленно. Полчаса, час, другой. Тишина. Страх, ужас и паника. А главное – неизвестность. Ты абсолютно точно знаешь, что бы ты ни пытался предпринять, все равно ничего не добьешься. И нельзя было перерезать себе вены или застрелиться. Только через 17 дней удалось установить связь с горняками. Пока шахтеров не могли поднять на поверхность, но могли передавать им все самое необходимое. Первое, что подняли из шахты, была записка. Мы чувствуем себя хорошо и находимся в убежище. Я попытался улучшить жизнь под землей. Мы разделились на три группы для распределения продуктов и вещей, которые нам передавали. И это стало прекрасной терапией, потому что бездействие убивает. Один из способов преодоления страха, по крайней мере для меня, это бег.
Когда я бегу, я чувствую облегчение. Эдисон принял ситуацию и решил начать бегать каждый день по подземным тоннелям. Он пробегал свои километры, насвистывая любимые песни Элвиса Пресли. И это при том, что он никогда не был спортсменом. Чилийские шахтеры провели под землей рекордное для человека время – 69 дней. Если ты не знаешь продолжения этой истории, ты ни за что не угадаешь, что сделал Эдисон сразу после освобождения. Не было ни больницы, ни реабилитации, ни психоаналитиков. Уже через 25 дней он совершает новый прорыв. Он становится участником марафона в Нью-Йорке. Это был его первый выезд из Чили. И первая 42-километровая дистанция. Эдисон сделал это. Что бы ты делал, если бы оказался на глубине 700 метров под землей, без света и практически без еды? Если бы шахтеры сопротивлялись ситуации, они бы просто не выжили. Начались бы проблемы с психическим состоянием, драки, истерики. Но они приняли ситуацию такой, какая она есть. Что значит принять? Представь, что тебя застал врасплох сильный дождь. Зонта нет, укрыться негде. Ты злишься, но можно поступить и по-другому. Ведь что бы ты ни делал, дождь не прекратится, ты все равно промокнешь. Воспринимай это без раздражения. Позволь быть тому, что есть. Когда ты научишься это делать, энергия, которую ты раньше тратил на сопротивление, высвободится для новых ощущений и поступков. И негативные эмоции исчезнут. Сергей, могу я провести один эксперимент на тебя? Он связан с сопротивлением, мне нужен человек, который сопротивляется. Выходи. Сейчас, прежде чем я проведу этот эксперимент, Сергей, мне нужно поговорить с двумя участниками, хорошо? Иди сюда, будем сопротивляться. Давай. Мы просто наглядно продемонстрируем сейчас, что Сергей делает каждый день в своей жизни. Просто мы хотим это как-то проиллюстрировать, чтобы была наглядная картинка. Сергей, тебе надо мне сопротивляться, дружище. Сопротивляться значит давить. С одной стороны, я должен выжить. И еще очень важно, чтобы ты не сопротивлялся в сторону стекла, потому что оно неуверенно держится. Во всем остальном ты сопротивляешься. Договорились? Ты не давишь. Это все, на что ты способен? Это все, на что ты способен, Сергей? Давай. Давай, еще, 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 еще. Давай, 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 дави. Сопротивляйся, что ты не сопротивляешься, да? Не понимаю. Сопротивляйся. Тебе надо сопротивляться мне. Давай, еще, еще, еще. Окей, что я сказал тебе? Я приведу его к тебе. Отлично, куда я его привел? Ко мне. К тебе. Тебе что сказал, Оль? Я не приведу его к тебе. Я тебе его не привел? Не привел. Сергей, в чем смысл эксперимента, дружище? Кто сопротивлялся? Я? Ты. А водил кто? Что-нибудь еще надо тебе объяснить? Факты имеют значение только в рамках определенного контекста. Что такое контекст? Это фильтр, через который ты смотришь на мир сегодня, основанный на твоем прошлом опыте и твоих собственных убеждениях. Можно сказать, что это очки, и у каждого они свои. Вот это очки ресторатора Аркадия Новикова. И я вижу через них мир в рамках его контекста. А вот это очки Натальи Синдеевой.
Сколько радости, идей, позитива. А это чьи очки? Не знаю, но вижу я в них только серые и черные краски, уныние, раздражение, ужас. А у тебя твои собственные очки, невидимые очки. Что в них? Твой жизненный опыт, набор твоих привычек и твой настрой. Они делают твою жизнь безопасной. Ты воспринимаешь настоящее через прошлый опыт и действуешь, опираясь на прошлое. Так происходит все время. Настоящее, прошлое, настоящее, прошлое. Ты не выходишь за рамки своего контекста. Что я предлагаю? Сохраняя свои знания и привычки и осознавая их, добавь что-то новое, то, чего никогда не было в твоей жизни. Новые знания, новые знакомства, новые ощущения. И начни действовать по-новому. Это несложно, если это для тебя важно. И тогда твой мир просто станет немного шире. Get up, girls, and move your body, 'cause they get ready to rock your soul. When the truth is found to be lies, and all the joy within you dies. That's a very different life. Это совсем не та жизнь, что была у них раньше. И это здорово. Иногда думаешь, поверить не могу, что я заставляю их делать такое. Это ведь за пределами возможностей их возраста. Все обалдевают, когда приходят на концерт. Вы из кресел выпрыгнете. Посмотрите на них. Им за 80. Send me someone to love. Моя жена умерла 20 лет назад. Я решил, пошло оно все. Я был как те люди, которых вы упоминали. Не буду ничего делать, просто существовать. Почитаю изредка, прогуляюсь и так далее. А потом моя дочь с ее соседкой устроили мне свидание с одной женщиной, очень милой. Я пошел на свидание вслепую, и мы вместе уже 17 лет. Она знала об этом хоре. И как-то раз меня на свадьбе попросили спеть. Она говорит, а я не знала, что ты поешь. А я и сам не знал. Она сказала, что знает хор «Юные сердцем», и им нужны мужчины-певцы, и ты подойдешь. Если тебе 60 или 70, то эта история не для тебя. Нашим героям давно за 80. Молодых коллектив не берут. Представь себе, ты давно на пенсии, и вдруг тебя пригласили петь в хоре. Ты идешь? Вместо привычного ничего не делания, репетиция и заучивание текстов. А ты не профессиональный артист. Но нужно выйти на сцену. Могут ведь и освистать. Представь, а завтра лететь на гастроли, и при этом у тебя разламывается голова или проблемы с зубным протезом. Но самое важное, на сцене ведь еще необходимо и зажигать. Ты так сможешь? Хор называется «Юные сердцем». Даже не молодые, а именно юные. Они выступают уже около 30 лет. Но тебе ведь главное ничего не менять в своей жизни, считая, что старость – это безысходность. Послушайте, вы живете как обычный пенсионер, а потом приходите в хор и уже летите в Японию, в Новую Зеландию, гастролируете по Америке, выступаете в Канаде. Это меняет жизнь. Для них сложнее не делать этого, не ехать на гастроли. Это сложнее остаться дома и знать, что группа где-то там без них.
Это поразительно, на какие личные жертвы они идут, чтобы быть в хоре. У меня в ноге титановая вставка. Иногда еле сюда приползаешь, но пара часов пения, и кажется, что готов на гору взобраться. Конечно, у нас больные колени, бедра, плечи. Мы хороним жен и детей. И все же, жизнь дает вам кое-что. Так не переставайте этой жизнью жить. Или вы просто умрете, не насладившись возможностью узнать что-то новое, что сделало бы вашу жизнь богаче и приятнее. Как наш хор. Представляете, каково учить рок-н-ролл в 82 года? She was a fast machine. She kept her motor clean. She was the best damn woman I ever seen. Sightless eyes, you mean no thighs, knocking me out with those American thighs. Who would think? Кто бы мог подумать, что такой старый хрен, как я, сможет выучить рок-н-ролл? To get to the bar, name of the bar is called heaven, the band in heaven, they play my favorite song, play it once again, they play it all night long. Когда наши герои выходили за рамки своего контекста и делали что-то новое в своей жизни, а. У них не было никаких гарантий, получится или не получится. Никто ведь не знал, что они добьются успеха. Да и кто мог бы дать такие гарантии? И б. Если не получалось с первого раза, то, как говорит Наталья Синдеева, идем дальше. Увидишь, там кто-то пиликает, пиликает. Видишь, кто-то звенит, звени. Это самое. Попробуй максимально, что ты можешь. Все, что вокруг видишь, за все хватайся, все делай. И где-то звякнет. Ай, мне это нравится больше всего. И даже если ты не добьешься там каких-то огромных высот, ведь вопрос не о величине размаха крыльев, а от того, что ты летишь. Если у тебя есть цель, сделай все, чтобы она стала реальностью. А что, если ты делаешь один, два, три раза, а все не получается? Как тебе поступать? Ну, например, как Томас Эдисон. Кто это? Изобретатель электрической лампочки. Он сделал более 1000 опытов с разными материалами, ожидая, когда же один из них загорится, проводя ток. В конце концов, лампочка загорелась. Именно Эдисону принадлежит фраза «Гений – это 1% вдохновения и 99% пота». Так что неудача – это не факт, а лишь твое отношение к происходящему. Не останавливайся, просто продолжай, действуй. Итак, нужно продолжать идти, идти дальше. По сути, неудача означает знание. Нет необходимости быть совершенным. Если не сдал экзамен, это не неудача. Двигайся дальше. Превращай препятствия в возможности. Это просто громко звучит, и поэтому всегда боишься этих слов. Да, я хочу жизнь вокруг себя, вокруг какого-то количества людей, те, которые начинают тебя смотреть, слушать и так далее, чтобы она изменилась и стала лучше. Для нас это важно, потому что мы столкнулись с этим, когда взяли на работу девочку-инвалида первой группы. Девочка 23 года оказывается в инвалидном кресле, да, и никогда не может устать. Ну, представляешь, какая должна быть жизненная сила? И я сказала, приедешь в Москву из Воронежа, если мы найдем тебе работу? Он говорит, я приеду. Она садится сама в машину, приезжает сюда. Заметь. Евгения Воскобойникова сказала четко: «Я приеду». И приехала. И получила работу, о которой многие продолжают только мечтать.
Всегда ли ты так четко формулируешь свои цели? Простой пример. Когда ты идешь в магазин за продуктами, в руках или в голове у тебя список. В нем то, что важно купить. Морковь, мясо, молоко. Ты пишешь именно так, правда ведь? И четко получаешь то, что нужно. Ты ведь не пишешь «не надо сахар, хлеб, йогурт», а вот остальное купить. Так ты ничего не сможешь выбрать. Ты составляешь список, исходя из того, что для тебя действительно важно купить в этот момент. Если бы список состоял только из «хочу», у тебя не хватило бы ни денег, ни места для покупок. Этот же принцип относится ко всему, что для тебя важно получить или реализовать в своей жизни. И к твоим желаниям тоже. Да, кстати, я забыл сказать. Ведь если ты что-то не купил, ты идешь в магазин еще раз. Поставь себе на один год какие-то задания и попытайся их исполнить. Я, знаете, как строго задания себе строю? Что каждый я должен год, в этом году, что в этом месяце, что через 5 лет. Я потом через 5 лет останавливаюсь и говорю, каждые 5 лет. Так, то делал, не то. Вот это надо было? Нет, не надо. А это надо было? Это надо было. Так, это оставляем, это выбрасываем навсегда и так далее. Все обязательно учет и контроль. Предположим, ты уже нарисовал свою шкалу приоритетов. И ты заметил, что твои «хочу» не всегда совпадают с тем, что ты делаешь. Возможно, ты даже осознал некоторые свои привычки. Но что дальше, спросишь ты? Есть очень простая технология – обещание. Дай обещание кому-то вслух, только не надо давать обещание самому себе. С собой, в случае чего, ты легко договоришься, если вдруг надумаешь свернуть на полдороги. Дай обещание родителям, мужу, жене, другу и обязательно поставь срок. Я найду работу в течение месяца. Я не буду курить ближайшую неделю. Я пойду в спортзал завтра. Само по себе обещание не дает гарантий, но оно создает возможность. Возможность сдержать свое слово и тем самым выйти за привычные рамки. 100% людей, сидящих здесь, нарушали свое слово. Слово на то оно и слово, когда ты его держишь в глазах кого-то. Люди строят взаимоотношения с тобой, основываясь только на том, как ты держишь или не держишь свое слово. Все. Once you get this decision out. Все дают свои обещания, а потом обязательно возникает сложность. И тогда смотришь на каждого и говоришь, мы же давали обещание, ты помнишь? Давай же его сдержим. Вот как это работает. Райнер Нилвек дал конкретное обещание. Я очищу страну от мусора и назвал точную дату. Он заразил своей идеей знакомых и незнакомых ему людей. Волонтеры начали с составления карты мусорных свалок. Они обследовали дороги, деревни, поля, отмечая на карте места скопления мусора. Для компании это типично, когда люди приходят на подъеме в самом начале, а потом случается спад энтузиазма. Но нужно этот момент преодолеть. Однажды, когда мы занимались составлением карт мусорных свалок, каждую субботу в течение месяцев семи, в один из этих дней я ехал на машине по этим грязным дорогам, неизвестно где, в забытых Богом местах. Я позвонил в наш офис, спросил, сколько еще человек работает над картой, чтобы хоть как-то приободриться, потому что ощущение было, что это никогда не кончится. А девушка по телефону ответила, «Знаешь, Райнер, сегодня картой занят только ты, больше никто». Я остановил машину и задумался, стоит ли вообще этим заниматься. Похоже, все безнадежно. А потом подумал, если сейчас вывесить белый флаг, я глубоко разочаруюсь в себе. В 8 утра я вышел из дома, а очистка начиналась в 10, то есть двумя часами позже. Я увидел даму с маленьким ребенком в военном комбинезоне. Она укладывала лопату, рукавицы и прочее в багажник машины. И я задумался, что это она делает? И вдруг понял, боже, это же наша акция. И все женщины страны делают то же самое.
Они усаживают детей в машины, будят мужей, их тоже заталкивают в машины и едут. И я понял, Боже, у нас все получилось. В волонтерской акции приняли участие 50 тысяч добровольцев. Каждый 27-й житель Эстонии принял участие в этой акции. Они собрали 10 тысяч тонн мусора. Такого еще никогда не было. Государство не принимало участие в этой акции. Волонтеры все сделали сами. Мы узнали, что во всем мире порядка 100 миллиардов тонн отходов. И чтобы все это очистить, потребуется около 300 миллионов человек. И вот это было бы весело. Этим я и занимаюсь все последние несколько месяцев. Мы готовим акцию к следующему году. Может быть, мы сумеем сделать так, чтобы жить на нашей планете стало чуть-чуть приятнее. Вокруг нас абсолютно агрессивная среда, в которой нет места живому. Стены, которые нас окружают, толщина всего лишь от 3 до 5 миллиметров. Это совсем немножко, это яичная скорлупа. Но мы работаем здесь по полгода, к этому привыкли, в голову даже не приходят никакие мысли. Понимаете, если думать постоянно о том, что вот это может случиться, и чего-то бояться, то не будет никакой работы. Не будет никакого дела, и просто человек сам себя ликвидирует. А единственное, что я хотел бы сказать, что я боюсь, да, наверное, время не поддержит, это подвести людей, которые на земле. Вот такой вот страх присутствует. Ага, но ведь страшно, скажешь ты. Да, и позволит ему страху быть. Ведь смелость – это не отсутствие страха. Смелость – это когда ты действуешь, принимая свой страх. Страх возникает тогда, когда ты выходишь за рамки. До того, как ты выходишь за рамки, страха нет. Если вы сидите на своем месте, даже сейчас здесь, в этом зале, и вы не выходите к микрофону, вам весьма комфортно. Но когда вы выходите или подходите близко к рамкам, вот здесь, в зоне выхода за рамки, возникает страх, возникает волнение. Страх тебя оберегает. И он тебя сам по себе не ограничивает. Если для тебя что-то важно, и оно за рамками, ты можешь выходить туда, и вы наверняка испытывали это не один раз. В какой-то момент вы волнуетесь, а потом вдруг страх исчезает. Что значит исчезает? Ты просто оказался вот здесь. И все. Страх – это индикатор выхода за рамки. Боишься? Здорово. Мы привыкли к тому, что когда ты боишься, это причина не действовать, Сергей. Поэтому что делать со страхом? На мой взгляд, ничего. Порадуйся ему, прими его. Это выбор. Нет никакого рецепта, как это делать. Но ты выбираешь. Вы не можете заранее знать, добьетесь вы результата или нет. Гарантии нет. Услышьте сейчас, жизни нет гарантий. И вся та работа, которую мы здесь делаем, она не о гарантиях, она о возможности. Всегда найдутся люди, которые тебе будут говорить, это невозможно. Ты не можешь это сделать. И тогда, если тебе скажут, что это невозможно, если перед тобой поставят барьер, перепрыгни через него и делай то, что ты должна делать. Таких барьеров в жизни Южан Пелси было много. Родившись на крошечном острове Мартиник, она сделала блестящую карьеру в Голливуде и уговорила сниматься в своем фильме легенду мирового кинематографа Марлона Брандо. Причем легенда к тому моменту уже лет 10 отвечала категоричным отказам самым именитым продюсерам и режиссерам. А Пелси сделала это. Когда Брандо появился на съемочной площадке, никто не поверил своим глазам. И работа над фильмом началась.
Жизнь не что-то данное нам навсегда. Ведь сегодня можно жить, а завтра просто умереть. Вот так. И тогда я осознала, нельзя просто так проводить время. В жизни необходимо иметь приоритеты и выбирать, что важно, а что нет. Я начал очень молодым. Я был самым молодым кутюрье в мире и хозяином своего дела. А теперь я самый старый из кутюрье. Я прожил долгую жизнь. Я всю мою жизнь работал. Я работал и давал работать другим. Я верил в себя, потому что мой труд был успешен. Я даже не чувствую себя счастливым. Счастье, когда оно есть, а ты его не замечаешь. Счастье – это состояние души. Его нельзя ни купить, ни увидеть, ни понять. У меня был друг, который потерял 85% своего богатства. Ему было так стыдно, так плохо. Он плакал 3 месяца. Говорил сыну и жене: «Простите, я неудачник, я неудачник, я неудачник». Они продали дом и все на свете. И обычно в конце года он дарил сыну подарок. Но он не мог ничего позволить себе купить сыну. И сказал ему: «Сынок, прости меня. У меня был такой страшный год, и все по моей вине». Он заплакал, а сын сказал: «Нет, папа, это самый лучший год, самое лучшее Рождество, потому что теперь у меня наконец-то есть ты». Мы очень часто используем слова «должен», «надо», «нужно», но не задумываемся над их смыслом. Они создают полную неопределенность. Смотри, должен ли ты ходить на работу? Нет. Должен ли ты соблюдать различные правила? Тоже нет. Ты даже не должен есть. Сейчас объясню. Тебе с детства говорили, что ты должен или не должен. Только так родители могли объяснить, что тебе делать. Ты вырос и продолжаешь оставаться в заблуждении, что ты все время что-то кому-то должен. «Должен» означает, что ты не можешь не сделать. Но ведь это ложь. Ты делаешь что-то не потому, что ты должен, а потому, что ты выбираешь это сделать. И делая выбор, ты отвечаешь за его последствия. Должен ли ты соблюдать правила дорожного движения? Ну, формально – да. Реально – нет. Можешь и не соблюдать, но за последствия отвечаешь ты. Должен ли ты заботиться о своем здоровье? Тоже нет. Но результаты не заставят себя долго ждать. В конце концов, не важно, что ты хочешь или не хочешь, что ты должен или не должен, а важно то, что ты выбираешь, то есть сделаешь. Вся наша жизнь – это цепочка последовательных выборов. Для мужика что важно? Не как ситуацию попал, как из нее вышел. Даже если ты ошибся, делая так, как ты думал, то это ошибся ты. Ты дальше будешь уже другим. КамАЗ-мастер – российская команда по ралли-рейдам на грузовиках. В экипаже команды 5 обладателей Кубка мира, 8 мастеров спорта международного класса. Экипажи КамАЗа 10 раз подряд становились победителями ралли «Дакар». Если бы не было тех первых 10, не было бы вторых. Когда мы рождали, создавали, придумывали эту машину, ломались, ремонтировали, сходили, с поникшими глазами возвращались домой, оправдывались, что вот в этот раз не получилось, к сожалению, но в следующий раз мы обязательно доедем до финиша. Мы шли своим путем, мало пользуясь опытом других, и не потому, что мы не хотели этого, а в первую очередь, потому что у нас не было таких возможностей. Ведь тогда даже выехать за рубеж было очень сложно. А конкуренты уже были сильные. И мы свои результаты смотрели не сверху, как сейчас, а снизу страницы, искали себя, где КамАЗ. Только энтузиазм, только стремление к тому, чтобы достичь чего-то. У нас были случаи, они такие, может быть, сегодня смешные, поскольку надо как-то совершенствовать машину, купить передовые узлы, стоили они дорого для того, чтобы поднять мощность мотора и иметь какие-то шансы на соревнованиях. Ну, где взять деньги? Вот были ребята, которые снимали втихаря дома ковры со стен,
уносили, продавали их на рынке, эти деньги тратили туда. Был скандал в доме, понятно. Нельзя отчитываться причинами, нужно отчитываться результатом. Это в крови. Раса, пол, возраст, религия – ничего не имеет значения. Мой совет – верить в себя. Глубоко верить в себя. Доверять себе, своим способностям. Потому что для меня это лучший способ состояться самой и лучший способ дать что-то другим людям. Сколько любви ты отдашь, столько любви ты получишь. Это профессия на этом основана. Он всегда счастливый человек. Ему хочется, чтобы все вокруг были счастливы. И чем больше все вокруг счастливы, тем больше он счастлив сам. Любой факт биографии Полунина – это выход за рамки привычного контекста. Он всегда делал невероятные вещи. Он первым в мире придумал театр клоунады и вывел его на сцену. Он первым привез в Советский Союз клоунов из-за рубежа в 1985 году. И это в страну, куда почти не пускали иностранцы. 3 года он работал над идеей «Каравана мира». Нашел на его проведение 3 миллиона долларов. Собрал труппу по всему свету и проехал с ней по Европе, пересекая государственные границы. И это не в современной России, а тогда еще в СССР. Воплотить такую безумную идею удалось только Полунину. Ну и известная премия Лоренса Оливье, которую никогда не получали клоуны, а тем более иностранцы, есть у Вячеслава Полунина. Можете посмотреть на результаты, ты многого добился. Вот почему кто-то это делает, кто-то идет и не останавливается, а кто-то останавливается? Как ты думаешь? Я просто вдруг увидел, вот у меня игрушек нет, я думаю, сделаю себе игрушки. Ага. Наделал всяких игрушек. Там потом построил из снега там какие-то целые города. Потом сделал 4-этажный шалаш в лесу. Мне не сиделось. Я все время хочу что-нибудь делать такое, чтобы было радостно, весело, интересно и так далее. То есть это мое внутреннее состояние. Я в цирке Дюссалеп 2 года поработал. Первый год было огромное удовольствие. А второй год смотрю, как на заводе работаю. И хожу, что-то мне стало грустно и тяжело. И да. Даже цирк Дюссалей, казалось бы, вершина для любого артиста. Да. И тем не менее. Ты болеешь физически от того, что делаешь не то, что ты должен делать. Пожалуйста. Если ты чувствуешь, что то, что ты делаешь, это не твое, ты должен это бросить во что-то не стало. И искать другой свой шаг, искать другую. И посиди, подумай, что ты еще хочешь, попробуй это. Но ни в коем случае не делай то, что тебе не нравится. Бывали очень сложные моменты жизни, когда ты понимаешь, на тебе семья, у тебя нет ничего, никаких запасов в карманах, и ты должен как-то выжить. И ты все равно говоришь, нет, я это должен сделать. И ты шагаешь, как по тонкому льду, не зная, провались или не провались. Но шагаешь. Шагаешь, потому что, не знаю, надо в себя верить. Любой может быть счастлив. Потому что в нем внутри этот зародыш сидит и все время говорит, отпусти меня на свободу, отпусти меня на свободу, я жду. Давай подведем итоги. Не сопротивляйся тому, что не совпадает с твоими ожиданиями. Прими это. Позволь этому быть. Заметь, что твои желания не совпадают с твоими действиями. Нарисуй свою шкалу приоритетов. Четко сформулируй свою цель. Дай обещание и держи слово. Начни сейчас, не откладывай. И помни, гарантий нет. Есть лишь возможности. Все твои мечты могут стать реальностью. Ведь это твоя жизнь. Только ты можешь сделать ее яркой, насыщенной и радостной. Кстати, если ты посмотришь этот фильм еще раз, возможно, ты увидишь в нем что-то новое. Ведь ты уже добавил что-то в свой контекст. Не сопротивляйся и просто позволь этому быть. И улыбнись.